Курск Сити. 20 лет работаем для вас. 2 июня в Курске под насмотром губернатора были открыты площадки на территории фермерского рынка на проспекте Дереглазова. Но вопрос транспорта до столь отдаленного места не был решен. Не утром начали ходить автобусные маршруты номер 35 от кинотеатра «Соль» до проспекта имени Дереглазова и 61 маршрут до проспекта от улицы Первая Степная. Отметим, что теперь движение маршрута Пирогова метро будет проходить до фестивального с заездом на рынок, не заезжая к метро. Там горожане теперь смогут комфортно добираться до нового рынка. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.